Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа 112 и я ее ведущий Мирам Кошин-Шереков. Оперативная обстановка по области за прошедшую неделю. С 3 по 9 июня по области зарегистрировано 6 чрезвычайных ситуаций, 3 техногенного и 3 природного характера, в результате которых жертв и пострадавших нет. 4 июня в городе Павлодар, вблизи улицы Торговая, на открытой территории полностью выгорел автомобиль марки ВАЗ на площади 4 квадратных метра. 7 июня в городе Павлодар по улице Торговая в одноэтажном боксе полностью выгорели два автомобиля, оборудование, резинотехнические изделия, деревянные стеллажи, пластиковые окна на общей площади 150 квадратных метров. 7 июня в городе Аксу на участке автодороги Аксу-Курчатов в автомобиле марки «Мазда» в моторном отсеке происходило горение резинотехнических изделий на площади 1,5 квадратных метра. 3 и 8 июня на территории Павлодарского учреждения по охране лесов и природного резервата Ертыс-Орманы в результате 3 природных пожаров происходило горение сухой травы, лесной подстилки на общей площади 390 квадратных метров. Основной причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения при сжигании мусора или разведении костров, непотушенные окурки и спички, а также нарушение требований и правил пожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных работ. В меньшей степени причинами служат природные явления, такие как грозовые разряды. За отчетный период в дежурно-диспетчерские службы департамента поступило 71 сообщение, из них о пожарах 6, о загораниях 36, о проведении аварийно-спасательных работ 13 и 12 сообщений различного характера. Уважаемые жители и гости Павлодарской области, с наступлением летнего периода и повышением температуры воздуха, департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области просит соблюдать требования правил пожарной безопасности в лесных массивах, пойменной территории, а также на дачных участках. До новых встреч!